Еще одна посылка пришла где-то за 21 день в Одессу. На другой стороне написано: from AliExpress SF Tallinn, Estonia. Тут желтым написано: goods not fulling condition slide должны. В общем, вот пришли диоды F5408. Вот некоторые сказать: а зачем тебе столько много диодов? Во-первых, они бывают мне где-то пригождаются в каком-нибудь моем самодельном блоке питания, их применить на диодном мосте, где выпрямляют 220. Они и быстрые, и так где-то бывает надо применить. Тут, наверное, 20 их. И дешевые, дешевее покупать, чем тут в магазине каком-нибудь ради деталей. Ради деталей я, может, сейчас могу точно сказать, сколько я. Чтоб точно сказать, сколько я тут заплатил и сколько бы в магазине. Хотя, конечно, когда я карточкой платил, так за перевод там взяли несколько денег. Вот. Посмотрим, сколько таких диодов 20 штук будет стоить в магазине. Вот один диод стоит 0,74, 162, 5, 0, 156 центов евро. Так, 0,156 на 10, на 20. Сколько это будет? Три запятая 12 евро. А теперь на AliExpress сколько это будет?
0,99 евро. Вот. Там 3 евро, 3,12, а тут 1 евро, можно сказать. Это вместе с доставкой. И получается, один стоит 0,05 центов. То есть 2 евро сэкономил. Ну, где-то было посылка один с чем-то или где-то, то есть перевод один с чем-то или 2 евро. Но я не только одни эти диоды заказывал, я еще кое-что заказывал в этом. Поэтому нет тут такого больших денег за перевод. А в других магазинах сколько? Таких нет вообще. А тут 0,43 цента один. Тут вообще очень дорого.